центре внимания приграничное сотрудничество. Встреча в Бресте не первая в процессе взаимодействия. Определенные итоги работы уже есть. Именно с них и было начато заседание. Все инициативы, предложенные ранее, были утверждены и переходят в практическую плоскость. Из практических шагов это открытие движения в Гродненской области. Мы сегодня называли эти направления. Это рассмотрение вопросов пешеходного движения здесь у нас как в одном из направлений Гродненской области, так и Половцы, Пещатка в Брестской области. Это практически шаги, которые были сделаны. Также культурное сотрудничество. Сегодня генеральный консул Республики Польша в Брестской области об этом говорил много, что у нас сегодня существует и проходит. Очень много коллективов с польской стороны участвуют в фестивалях в городе Бресте и вообще у нас в области. И точно так же идет движение наших культурных мероприятий как в Белой Подляске, так и в других регионах Польши. Увеличение количества и улучшение качества связей в культуре и медицине. Перспектива на будущее. Особую привлекательность имеет туристическая сфера. Десятки турфирм находят точки соприкосновения уже сегодня. Однако это еще не предел. Очень важны контакты личные между людьми. Также мы надеемся развить сотрудничество в сфере туризма. Особенно то, что касается безвизового режима. Сейчас такое взаимодействие есть в Гродненской области на Августовском канале. Мы надеемся, что поток туристов с польской стороны возрастет и можно будет расширить эту территорию. К примеру, на Брест и прилежащую зону. Важная тема заседания – участие в трансграничных объединениях. В 2014 году стартовал второй этап программы «Польша, Беларусь, Украина», в котором заявок на участие было подано в два раза больше, чем на первый, порядка 700. И что особенно важно, большинство максимально соответствуют требованиям и имеют высокие шансы на одобрение Еврокомиссией. Шел разговор о текущем положении дел в объединении Еврорегион БУК. Мы говорили сегодня о возобновлении, более активном действии Еврорегиона БУК. Это объединение, которое включает 4 области, 2 области Украины, Польское, Люблинское воеводство и Брестскую область. К сожалению, последнее заседание было только в 2013 году, хотя работа не останавливалась до сегодняшнего дня. Планируем, что в этом году мы эту работу самого объединения, его официальную часть, все же возобновим с польской стороны. Они правопреемники в этот раз, и эта работа будет продолжена в последующем. Бизнес приграничных регионов также имеет все возможности для развития. Сегодня уже взаимодействуют плодотворно наши торгово-промышленные палаты. С польской стороны это воеводство Подляское и Люблинское, с белорусской – Брестская и Гродненская области. Они провели немало встреч. Мы надеемся, что эти контакты будут способствовать увеличению общего товарооборота. В конце встречи сопредседатели подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству подписали протокол заседания. В нем нашли отражение меры и рекомендации, реализация которых позволит вывести процесс взаимодействия на новый уровень. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.